Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, Plays с Energy Channel, и сегодня мы снова поиграем в эту замечательную игру под названием ПК-симулятор. Сегодня мы соберем самый мощный компьютер, который только возможен в этой игре, так что подписывайтесь, ставьте лайки, будет интересно. Мы начинаем. Ну а начнем мы с того, что купим видеокарту для нашего майнера, потому что майнер майнит что-то маловато как-то. Так что берем самую мощную видеокарту, которая возможна в этой игре, и ставим сюда. В конце ролика я допрокачаю до конца этот майнер и немного новый майнер поставлю, так что досмотрите видео до конца. Теперь майнер майнит нормально. Так, для начала покупаем самый лучший корпус. Это, как по мне, корпус за $80. Ну и все остальное. Поставим коробку сюда и откроем. Хорошо, теперь мы должны купить стол. И поставить его вот сюда, чтобы на него, ну, поставить монитор, там все такое, наверное. Теперь покупаем оставшийся, к примеру, корпусный вентилятор. Самое главное, с подсветочкой. Устанавливаем на свое место наш процессор, а также оперативную память. Оказывается, здесь 4-канал. Я думал, здесь всего 2 плашки поместится, но нужно 4. Вставляем еще корпус на вентиляторы. Ой. Вот так. Теперь мы должны купить SSD-шник. Докупили оперативку. И вставляем SSD. Так, блок питания. И докупаем видеокарты. Давай. Да, ой. Ну ничего, еще раз все поставим на места. Ничего страшного. Так, теперь кулер. Ну и купим еще 2 SSD. Да что ж такое, что ты падаешь? Ну и наконец-то. Теперь нам нужен телевизор, потому что это самый дорогой монитор, который только есть. Ну, как и говорил, ставим на стол, потому что, потому что мы можем, у нас самый дорогой ПК. И берем стекло. Закаленное стекло, если честно. Вот он, наш самый мощный компьютер. Его цена будет либо в конце ролика, либо сейчас, если я не забуду. У него 2 самых лучших видюшки, так что вот так. Ну так, после всего вот этого увиденного, после красоты, мы должны проверить его на мощность. Так что давайте поскачиваем тут всего и проверим на бенчмарке. Так что, ну, процессор, графика нормально. Оперативная память, конечно, там 4-канал. Память, ну, тоже прикольно. 71 тысяча. Теперь мой обычный компьютер, который я собирал в предыдущем ролике. Так что посмотрите предыдущий тоже ролик. Процессор... Графика, оперативная память. Память, ну, не очень как-то. 15 тысяч против 71 тысячи. Вот вы видите его характеристики. Ну и сколько он майнит. Майнит он довольно-таки много. Так, что ж, теперь мы, наверное, прокачаем наш майнер. Потому что он майнит как-то маловато. Я думаю, его до конца прокачать. Абсолютно все видюшки максимальные покупаем и вставляем.
Что-то их многовато, не кажется? Последнее. Наконец-то. Включаем и смотрим. Так, ну тут у меня вон работают тоже на майнерах. И, ну, запускайся. Так, отлично. И 23 доллара в секунду. Но это при том, что еще не все слоты заполнены именно самыми мощными. Так что это, ну, достойный результат. Я думаю, это достойный результат. Так, покупаем майнер для следующей серии. И подписывайтесь, ставьте лайки, чтобы увидеть следующую серию. Ну а на этом все. Я думаю, буду заканчивать. Если вам понравился ролик, ставь лайк, подписывайся. До новых встреч, всем пока-пока.